5 октября – юбилейный концерт Федора Михайловича Рытикова, талантливого врача-гастроэнтеролога и одаренного певца. Певец, великолепный врач Федор Рытиков. И знаете, я хочу на правах друга Федора Михайловича, у меня просто Федора, сказать, что Господь Бог наделил его двумя талантами, причем одинаковой силы. Он действительно великолепный врач, это могут подтвердить огромное количество его пациентов, радостно вылеченных. И замечательный певец. Это я тоже могу подтвердить, потому что, как поет Федор, я просто не устаю удивляться. Огромный диапазон песенных жанров и диапазон голоса. Вы знаете, сегодня на этот концерт Федор пригласил лекарь Ивана Грозного, но я не мог отказаться, потому что, ну как можно было не спеть врача, она, правда, отравителя, искусителя, в общем, сладострастца. У него получилось, да, хорошо, да. В роль вошел, и я вам скажу, очень интересно, мы полностью переделали эту роль, потому что я внимательно прочитал, значит, драму мою, о чем это все, а потом послушал внимательно, о чем поется, и оказалось, что у нас мужчина неправильно подавали образ врача. Вот, там, понимаете, все поют про свои страсти, а он поет о том, что в мире много неразгаданных тайн, много тайных сил, но в науке ключ к этим тайнам дан. По-моему, слова ведущего научного сотрудника, но никак, значит, не этого искусителя, отравителя и так далее. В общем, мы знаем, что делаем. Федор Рытиков, спасибо тебе огромное, хоть отдохни 2 минуты буквально, да, потому что я хочу пригласить...
cielo so che sei con me, tu mia luna tu sei qui con me, mio sole tu sei qui con me, con me, con me, con me. Все наши вот просьбы, то есть сколько раз приходилось там выступить где-то, где в общем никогда в жизни денег не заплатят на каком-нибудь из медицинских форумов, на открытии съезда эндоскопистов,
посвященные борьбе с онкологическими заболеваниями и так далее. И никогда еще вот наш главный военный дирижер, заслуженный артист России, генерал Маякин, ни разу не отказал нам в этом. Надо признать, что вот это замечательные люди, и они так же, как мы, медики, никогда не работают под фанеру. Все вживую, все по-честному. Если сложали, то это по-нашему, исправимся, вот, подработаем и так далее. И учимся на всяких ошибках и так далее. Поэтому давайте искупаем их аплодисментами. Я петь не буду, не умею. Вот. Кто не умеет петь и играть на инструментах, становится дирижерами. Ну, я вот здесь. А если дирижировать не умеешь, надо идти преподавать. Выше учебное заведение. А как бы буду работать? Это я. Он обманывает. Честно, в храме нехорошо, Федор Михайлович, не работает. Он в Центральном военном оркестре, он очень любит Центральный оркестр. Федор Михайлович является нашим другом. Вот это прекрасный, самый красивый оркестр, это симфонический. У нас еще есть духовой, самый мощный духовой оркестр. Он сейчас на мероприятии находится, к сожалению, не успел приехать. Федор Михайлович просто любит музыку и ездит с нами на гастроли. И берет свой отпуск тогда, когда гастроли у Центрального военного оркестра. Садится в самолет, а чтобы вы понимали, военные гастроли – это не пятизвездочные отели, не бизнес-классы и все прочее. Это полигоны, ночевки в казармах, военно-транспортная авиация, перелеты, да? Но зато там можно петь, да. Вот весь полет. Да, и можно перекрикивать двигатели 76-го, 50-го года. Прекрасно. Самое главное, вот даже в этом году пример. Вот Федор Михайлович, на наш отпуск, мы улетели из Москвы 20 мая, на гастроли, объездили порядка 17 городов и вернулись только 12 июля в Москву. Хорошо. А по легенде до Жонда вообще в конце августа вернулись. Самое приятное было то, что мы... одна из точек это была Тында. Да, ну просто поселок мечты, потому что всю школу мы смотрели, как строится БАМ. Значит, пели об этом песни, и все знали, что есть такая Тында, Беркакит, но никогда там не были. И вот мы туда ехали по какой-то узкоколейке 19 часов, потом быстро вышли на сцену, выступили и быстро вернулись в тот же вагон и уехали обратно также 19 часов. Прекрасная гастроль. Станет удивительно хорош и поет.
луною. Нельзя всю жизнь быть молодым, и сразу с первой сиденьёю все развеется, как дым, но золотым. Эти дни былого счастья мы будем все дома вспоминать, как солнце устный и настя на снова будет козыря. Сократить дистанцию, говорит, подходите, товарищ, там мосты, но мосты далеко. И начинаю петь волары. Вдруг смотрю, мужик прыгает в воду, прям в одежде, и гребет. Абсолютно вот возбудился от песни, я запнулся, то есть уже смотрю, это же как Чапаев уже, бедный гребет, на середине отдыхает. А берег-то здесь не приспособлен для выхода. К нему уже спецоперация пошла. Сначала парень полез его спасать. Не достает, потому что берег обрыв, лежит. Петрович уже дирижирует и кричит: только не арестуйте товарища, потому что это пловец, чемпион, значит, Белгородской области, видимо, по экстремальному плаванию. Вот, понимаете, волшебная сила искусства. Это песня, это нечто. Итак, репетируем. Воларе, кантаре. Прекрасно, поехали, маэстро. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Niti che c'è le mani
Ни толку, ни проку, ни влад, ни в попад.
Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно, ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад, совершенно. Такие, не видно вы, наверное, глаза.
ни злых, ни крылатых. Но встают у нее на пути люди в белых халатах. Люди в белых халатах. Люди в белых халатах. Вновь опять у нее на пути. Люди отступят куда-то, и согнулись едва не люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах. У постели склонились твои, сколько раненых в битве святой, сколько их в тесноте Гетсимана. Внимали у смерти слепой. Люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах, отнимали у смерти слепой. Тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты, твою жизнь охраняют от бед. Люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах, твою жизнь охраняют от бед. Вечный подвиг он вам по плечу, ваши руки бессонны и сняты, низко вам поклониться хочу. Люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу. Thank you.
все-таки еще раз перечислить всех, кто сегодня принимал участие в концерте и кто его организовал. Пожалуйста, давайте поаплодируем. Павел Пушкин. Светлана Ильина. Алиса Игнатьева. Лилиана Петрусенко. Инна Рудник. Наталья Рязанова. Знаю давно. Значит, давайте сейчас объявлю, что вела концерт Элеонора Филина. А еще, безусловно, вечер у нас сегодня был посвящен нашему блистательному юбиляру Федору Рытикову. Организовали его, я еще раз хочу назвать этих титанов. Пожалуйста, Ремезов Сергей Викторович. А еще вот здесь стоит наш замечательный друг. Вы знаете, не побоюсь этого слова, вот скажу, что, вы знаете, это самый гениальный продюсер современности. Сереж, можно я тебя как следует представлю? Вы знаете, это человек-легенда, который работал с такими мастерами современности, от Иосифа Кобзона до Жана-Поля Бельмондо. Вот я хочу перечислить некоторые имена. Алла Баянова, Владимир Зельдин, Людмила Касаткина, Рима Маркова, Людмила Гурченко, Татьяна Шмыга, еще много-много могу перечислить имен. И хочу сказать, что на прекрасных площадках всегда Сергей организовывает вчера это и колонный зал Дома Союзов, да, и Дом Музыки, и концертный зал. И все, с кем он работал, дожили до 100 лет, обратите внимание. Между прочим, поэтому у нас, дорогие друзья, через 40 лет встречаемся на этой же сцене, обязательно. Я очень надеюсь, Сергей Касьянов. Не побоюсь этого слова, Сергей Викторович, поэтому вчетвером мы должны загадывать желание между двумя Сергеями Викторовичами. Да, да. По два желания и без творчества. Да, друзья мои, я буквально два слова добавлю к тому празднику, который сегодня состоялся. Это праздник наших душ. Я хочу сказать, что я счастлив за наше Отечество, я счастлив за нашу культуру, за наших людей и, конечно, за нашу медицину. Низкий вам поклон. Живите долго, будьте здоровы. Приходите только на концерты, на спектакли. Радуйтесь, радуйте нас. Мы вас очень любим. И всегда сделаем для вас все. Так же, как и для нас. Спасибо, Господь. Серьезно. Но вы знаете, все-таки еще будет одна песня. Я думаю, еще все-таки... Дорогие коллеги, все гости, давайте искупаем аплодисментов наш замечательный оркестр, который... Друзья, а Татьяна Константинова, режиссер нашего сегодняшнего вечера. А наш замечательный дирижер Константин Андреевич Петрович, подойдите сюда. Это вообще лицо нашей военной музыки, потому что вы на всех билбордах, когда видите Спасская башня и видите там что... штука, вот, которая не вот сюда, да? Вот, рука Петровича, я сижу на, знаете, на трибуне, в одном конце Красной площади, вижу, выходит оркестр, и я по руке вижу, это идет подполковник Петрович, мне ничего не надо, я близорукий, но эту руку я узнаю из тысячи. Да, Центральный военный оркестр Министерства обороны России. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, еще одна песня, Федор, представляй. Я хочу, ну, знаете, все мужики, которые дожили до 60, обычно в баритонах, они начинают петь «My Way», да, все знают, «Мой путь», там, в варианте лирика, но я этого не буду делать, я спою песню моего хорошего знакомого Альбана, знаете такого, замечательный дядька совершенно, действительно замечательный, он очень любит Россию, ужасно любит русских женщин, тоскует сейчас, потому что не может к нам приехать. Вот. И в одном из последних концертов как-то мне довелось участвовать с ним, петь. И вы знаете, я просто хочу рассказать два слова историю, когда он не знал, что я врач, когда меня пригласили. Может быть, кто-то и был на этом рождественском концерте. И потом ему сказали, когда я пел с ним еще,
он подошел ко мне и говорит: слушайте, когда я узнал, что вы врач, у меня первая мысль была, что ну, такой голос вот потеряла мировая эстрада, говорит, это же ужас. А потом я подумал, вы знаете, вы же врач, и вы занимаетесь таким замечательным делом, которое, наверное, намного больше значит для людей, нежели то, чем занимаюсь я. Вот такие слова. Совершенно удивительный, удивительный человек. Но тебе повезло, Федор, ты все-таки и поешь, и врачуешь людей, и души, и да. тела. Так что мы тебе, мы все тебя еще раз поздравляем, мы счастливы, что мы с тобой дружим. Вот, мы гордимся тобой, вот вся команда, которая пришли сюда, радуемся. Спасибо, спасибо, дорогие друзья, что вы пришли. И, конечно же, огромное спасибо все-таки профсоюзной организации медработников Москвы. Сергей Ильич, в вашем лице я всегда ощущаю эту поддержку, очень приятно. Это удивительно, когда такой большой начальник так любит музыку и пение. Понимаете? Это, ну это действительно, это здорово. И главное, что он любит красивую музыку, понимаете? Это такая редкость. Все-таки мединститут второй. Второй медленно. Это всегда. Рулит. А еще я вам скажу, Сергей Ильич, мне позвонил наш председатель правкома второго медицинского, ну, я так его всегда и буду называть, и, да, Коля Игнатов, говорит, ты знаешь, говорит, я должен прийти, ну, говорит, тут девушка, она так захотела билет, билетов мало, и я отдал свой билет. Я считаю, что каждый председатель правкома вот так должен поступить, отдать, да пожертвовать. Хотя, с другой стороны, я думаю, наверное, я ему за 40 лет так надоел, что он просто решил не прийти. Вот, ну, не важно. Но все равно, давайте мы поприветствуем Сергея Викторовича и его лице. Спасибо. Сергея Касьянова, Татьяна. И всех. Федор, а можно мы тихонечко будем отползать, а ты будешь петь? Да? Да, хорошо. Или с тобой постоять? Да как лучше? Стоять. Друзья, как лучше? Стойте. А теперь Акела будет петь последнюю песню. Luna piena, e scoperto toccare la mia terra, e un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che senso ha. In un silenzio fa. От всей души поздравляем с юбилеем, желаем счастья, здоровья, богатства.